Соответствующее сообщение сегодня появилось на сайте прокуратуры Краснодарского края. Проверку Саха провели после обращения местных жителей о повышении тарифа. Установлено, что компания включила в него стоимость услуги по сортировке и переработке мусора. Однако в течение 2014 и 2015 годов Сах размещал отходы на полигонах края, минуя приемный терминал мусоросортировочной станции. По данному факту прокурор города обратился с исковым заявлением в суд, дабы обязать предприятие произвести жителям города перерасчет стоимости услуг за этот период. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.